канале Элинка ТВ. И сегодня, ребятки, мы устраиваем челлендж. Челлендж «Угадай гонщика с закрытыми глазами». Не зря у нас такие масочки с глазками есть. А также, ребята, смотрите это видео до конца, и вас ждет очень приятный сюрприз, связанный вот с этой замечательной книжкой «Герои мифов и легенд Белоруссии», а также вот с такой коробочкой и повторочками наших бонстиков. Все вы увидите на протяжении видео, поэтому смотрите видео до конца, и вы все узнаете. Еще напишите, у кого еще нету такой книжечки. А у кого уже есть, и кто посмотрел все картинки? У меня 90-305. Это же книжка с дополненной реальностью, да? Смотрите, ребята. Которой оживают наши гонщики. Вот, например, вот эта вот картинка, она не оживает. Это не знак гонщика. Если вы не помните, наша это или нет, то найдите телефончик. Если нет, то значит нет. А вот если есть телефончик тобой, значит есть. Все ясно. Ребята, все поняли? Все поняли? Начинаем челлендж. Да, а сюрприз в конце видео, поэтому смотрим видео до конца. Поехали! Ставим лайк. Да. Ну что, кто первый? Давай, камень. Давай. Камень, ножницы, бумага и колоть тоже надо, карандаш, огнёта и железная рука. Судья Фан. Камень. Она в колодец показала. Да. Да. Ну пусть будет да. Давайте, давайте. Так, так и есть. Ну, так, а ну давайте. Первая начинает камень, Элечка. Да. Ну, значит, стоп. Так ты, получается, закрывай глаза. Так, проверим. Ты, может, разорвешь лучше. Можно я разорву так, а потом... Удобно. Нет, открывай тогда, подождите. Давайте пусть будет открывает мама. Давай. Открывает а, мама? Да. Давай ты лучше друг дружке будем. Давай. Я ничего не вижу. Все, вот так все. Так, ребята, я сразу вам покажу, кто это. А теперь Эля угадывает. Давай ручку, держи. Так, а как его зовут? Я сама забыла. Ой, это розовенький такой, когда, ну, вот такой с крылышками. А где он уже был? В подземном первым. Правильно. Точно, ребята, в подземный, подземном да. первым. Пупырок, по-моему. Пупырок. Или называют его пупырок. Отлично, засчитано. Все, молодец, угадала. Давай сюда будем ставить. Твои там мои. Ну что, теперь я? Ты мне откроешь, да? Не подглядывай. Теперь маме на очередь. Ой, маска. Интересно, кто же выиграет в этом мама, челлендже? Закрыла глаза. Давай. Я просто уже открываю. Стой, подожди. Я еще ребята? А, ты еще не показала, я уже хочу скорее. Я открываю. Хочу побыстрее посмотреть, что мне достанется. Ребятки, вот, смотрите. Смотрите. Да, все, мама понятно. Говорит. Я думаю, угадает. Ой, да, это поветница. Молодец, да, мама, отлично, засчитывается. Пока счет, ребята, 1-1. 1-1. Вот это будут Элины, а вот это будут мамины. Давай. Закрывай. Папа, закрывай глазки, мама. Давай, не больно тебе, опыт? Все, готово? Закрыла глаза? Да, все, отлично. Да. Так, кто там? Смотрите. А я, кажется, знаю, кто это. Откуда? Полятя? Нет, не Полятя. Держи. Так. Ну, отгадает Эля или нет? Сложно, да? Я поняла, какой это, но я забыла, как его зовут. Гаюн? Какого он цвета? Гаюн? Нет, не Гаюн. Что он, как, на что похож? Он на толстого дядьку. И что у него еще есть? Рога. Нет. Нет, все проиграла. Я считаю, что проигрыш. Еще 9 попыток. Стойте, минуту. Дайте маленькую подсказочку. Так, маленькую, у него есть очки.
поветница? Это же птичка поветница. Ну нет очков. У кого есть очки? Я даю. Давай. Это жиж. Правда, но ничего страшного, зато ты не отгадала, что это жиж. Давай, ставь его. Ребята, вы знали, что у поветницы есть очки? Я даже не видела реального очка. Мама, знаешь что, я подумала, что это гаюзерова такая типа шуба была. И... Да, похоже. Ну давайте следующего. Теперь отгадывает мама. Все, это пальчик не туда, а не сюда. Не туда, не сюда. Да, не туда, не сюда, он посередине. Вот мы его ставим посередине, он будет ни туда, ни сюда. Давай, теперь мамина очередь отгадывать. Елечка получает болтика. Ух ты! Ой, это сложновато. Ну покажи нам. Вот, покажи. Смотрите, нет, я думаю, что мама легко этого угадает. Я почитаю, как его зовут. Так ты что-то не говоришь. Держи, мама. Я имела в виду для себя. Для себя. Ой, я, кажется, знаю, это с веслом, который... Нет, как вы думаете? Нет, жевжик. Да! Все правильно, ура! Мама молодец! Мама, 2-1! Да. Ну, а что сделать? Видишь, мама молодец! Мама молодец! Следующая Элечка у нас. Давай. Глаза закрывай. Есть. Давай. Закрывай. Я покажу, кто там. Эля, тебе такие бойстики сложно попадаются. Смотрите. Как вы думаете, отгадает Эля или нет? Ну, да, интересно. На, посмотри. Пощупай. Да. Это опять этот розовый? Нет. Нет. А это что? Между прочим, это достаточно такой редкий бонстик, которого редко пишут. Вот даже в Вайбере в группе редко. Это Анита? Нет. Это мальчик. У нас, кстати, первая повторочка такого бонстика. Еще ни одной не было повторочки. Вы мне дали подсказку. Это очень сложно. Это клюк. Правда? Вот это клюк. Имя состоит из трех букв. Вот этот, ну и как я там... который такой, как часы, ну это... Как часы? Он будет солнышко. Да, правильно. Это, ну это был какой-то кук. Да. Кук! Да, ну угадала, молодец, засчитывается. А я вот так вот думала, что крылышки. Она, видите, знает про всех гвоздиков из этой книжки как раз. Смотрите, ребятки, я думала, это крылышки. Да, сюрприз вас ждет в конце, поэтому все смотрим видео до конца и ждем сюрприз. Эля даже знает, что он будет солнышко. Ставь себе. Так, теперь моя очередь. Я бы Эля, наверное, не угадала. Опа! Да. Давай, давай. Да и закрыла. Пап, помоги, пожалуйста. Давайте. Вот так вот папа открыл. Ой, да, мама, ты даже не угадываешь, если можешь. Ну, ребятки, ну да. О, ну этого точно. Мама сейчас угадает без всяких... Без всяких вопросов. Да, это наш папа, да? Как его зовут? Гарцук? Да! Да, совершенно верно, Гарцук. Ну, давай. На нашу папу, потому что у него похожие очки. Хорошо. Ребятки, теперь моя очередь. Давай, папа, пой. Ну что, теперь Элина очередь? Продолжаем. Вот это распаковочка. Так, я открываю, достаю. Так, не знаю даже, угадает Эли или нет. Уже, мне кажется, сложновато. Ну сейчас проверим. Подавай ей, мама. Миша! Молодец, смотрите, ребята, сразу же. Молодец, сразу же отгадала Миша. Такие многие есть. Я, знаешь, почему подумала, что я когда увидела вот эту вот штуку. Ну что, давайте, следующая отгадывает мама. Пока счет, смотрите, 3-3 и один посерединке, ничья. Стоять. Давай я открою, вы только предупредите, если
Папа, давай. Хлопать. Папа будет хлопать. Я закрою лучше. Папа открывает, доверили. Аж на горцук упал. Ну не знаю, как бы он может выселиться. Покажи, покажи. Я не знаю. Ага, понятно, кто это. Мне кажется, мама угадает. Я не знаю, мне кажется, нет. Угадает, угадает. Ой, а я не знаю, не помню, как его зовут. Цвет! Такой зеленоватый, голубоватый какой-то, да? Да-да-да-да. Но он без волос зеленый. Да. Это Гаю, наверное, или? Нет. Это... Он с зелеными волосами. А это все-таки с зелеными волосами это? Это... Я не помню. Я думаю, вот из этих двух, но я не помню, как второго зовут. Это такой голубоватый с зелеными волосами. Да! Он еще, по-моему, болотный борстик. Стоп, подожди. Или водяной. Стоп, нет. Нет. Это никакой. Нет. Ну ладно, я сдаюсь. Значит, ой, у нас ничья. Это Биолун. А, так я про него и говорила сразу. Я вот про него подумала. Но ты же назвала его по-другому. Даюн, да. Это Биолун. Да, так что в середину ставится. И так у нас ничья. Но... Стой, стой, стой. Это нечестно. Все честно. Мама угадала. Нет, ну назвала-то она другого бонстика. Нет. И сейчас у нас еще один бонстик. И который решит, если Эля угадает, то Эля выиграет. Или ничья. Или ничья. Готово. Закрывай глаза. Так. Покажи. Смотрите. Так, интересно, выиграет Эля или нет. Давай, Элечка. Ну что, кто болеет за Элю, пишите в комментариях. Я, что это? Что это? Стоп. Стоп. Поляся? Нет. Стоп. Поляся же вообще не плохая. А можно я заглянем на сетку? Кого? У Вазилы. Нет. Нет, ничья! Эля уже посмотрела. Нечестно, нечестно. Я не видела. Видела, видела. Смог? Это смог, да. Смог, ну ребята. Как вы считаете, закон, точнее, справедливо это или нет? Ну ладно, ну, ладно, ребята. Да, давайте рассудим в комментариях. Кто считает, что Эля победила? Все пишут, что Эля победила. Кто считает, что нет, соответственно, пишет. Так. Вот так. Вот таких мы бонстиков сегодня открыли. Вот такой челлендж смотри, получился. Папа, ни одной повторочки это, да? Точно, ребята, смотрите, опять ни одной повторочки. Стоп, стоп, ну а сейчас сюрприз, который мы обещали в начале видео. Ставим книжку на стол. Ставим коробку на стол. Одну коробку мы уже недавно в конкурсе разыграли. А сегодня мы разыгрываем опять книжку и коробку. Сегодня в этом видео набираем 500 лайков. Заходи. Алиска хочет с нами. Заходи. И сегодня набираем над этим видео, под этим видео 500 лайков и разыгрываем коробку и книжку. Надо подписаться на канал. Поставить лайк. Поставить лайк. Написать в комментариях. Написать в комментарии, как вы подписаны ВКонтакте, а ВКонтакте сделать 2 репоста на это и еще какое-нибудь видео. И 7 числа, 7 октября, мы подведем итоги и разыграем книжку и коробку. Смотрите, она еще запечатана даже. В этой коробке классная игра и 3D-призма. Про игру это покажем. И еще раз напоминаем, лайк, подписка, репост. Давай, покажи ребятам, вот такая вот игра. Обзор на такую игру уже есть у нас на канале. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал Элинка ТВ, ребятки. И всем пока, пока, пока. Но 500 лайков, не будет 500 лайков, не будет розыгрыша. Не будет книжки.
только коробки. Не будет ничего. Но я уверена, Эля, что наши подписчики, и не только подпишутся на наш канал, поставят лайки, откроют подписки. И все у нас получится. Надеюсь, мы на этот раз насобираем подписки. Да, 500 лайков и призы ваши. Всем пока!